Всем привет, ребята. Видите, тут Лариса сушит, а у нас на крыше я сейчас видео про то, как я буду очищать вот эту кровлю. Кровля последние годы, вот, например, года 3-4, прям не только у нас, у всех соседей покрылась каким-то грибком или какой-то парашей. Я вот здесь вот уже начал чистить щеткой металлической. И я заметил, смотрите, вот где вот антенна, там сидят птички и гадят. И вот там, где они нагадили, там больше всего. Ну, видимо, питательные вещества эти есть. Сейчас вот я хочу залезть и посмотреть. Смотрите, вот здесь я чистил. Видите, как все чистенько. Еще бы этим пройти киршером. Здесь, не знаю, прочищал, не прочищал. Вот, пожалуйста, видите, это где нагажено. Вот это все почищено. А вот это вот какая-то параша. Если кто знает, напишите, что это такое вообще. Лариса предлагает развести АОС и как бы мыльной водой все это. Вот, а вот это я чистил. Видите, вся крыша в каких-то пятнах. Вот. А вот здесь вот, еще не чищено. Всем привет, ребята. На солнце прям снимать. С этой... Оттуда снимать. Да, идешь на солнце. Тень зайди. Вот. Ребята, всем привет. Ой, у нас старая крыша уже шиферная. Очень-очень грязная. И Юра решил ее в этом году почистить. Обычной металлической щеткой. Полез на крышу. Не знаю, как у тебя там получается. Отлично. Отлично. И говорит, в основном вот этот вот налет или что это такое, там, где сидят птицы, они, наверное, гадят. И это все зарастает потом мхом, да еще пылью припорашивает. Тут ее хватает. Видон-то, конечно, классный, как ты стоишь-то. Ну, видно, пыль идет прямо хорошо. А вот в прошлом году он пробовал чистить, ну, на палочку приматывал щетку, и вот снизу, видите, как. И ему понравилось, говорит, надо очищать. В этом году решил крышу почистить. Пока лето, дома работы много, в своем доме особенно. Каждый день что-то надо делать. Тут он начал утепление или облагораживание, столько лет уже стоит. Обычным вот таким вот металлосайдингом, или как он называется. Ну, так же, как гараж сделает. Пойдет нам по-стариковски. Ему все время это не нравилось, он это и не хотел делать. Ну, лучше, чем так стоит. Когда это то ли еще будет, когда это мы еще накопим и купим. Вот видите, ребята, вот здесь вот уже почистил, а там еще предстоит. Нормально получается, кстати говоря. Сейчас перейду на ту сторону. Вот здесь вот, где, видимо, ветер задувает, вот как конек. Вот это место, вот, видите, не пропадает. То есть птички сидят вот на этих вышках, гадят, и оно в сторону улетает. Вот такие вот. Вот здесь вот, видите, какашки. Это птичьи какашки вот эти превращаются вот в это во все. Не знаю, первые годы почему-то не было, как мы жили. Может быть, шифер состарился. Но тем не менее, придется чистить. Так, а вот тут вот крыша проломилась, видите, какой мох тут собрался. Вот он. Это мох, это вот не вот эта вот гадость. Вот еще раз хочу показать. Наибольшая концентрация возле вот, вот этой стойки, вот, антенной. То есть, где птички сидят и гадят.
Вот питательное вещество, это их испражнение. И, пожалуйста. А вот там, где под кровлей находится шифер, там все чистенько. Вот смотрите, сейчас прошел типа кершером, вот столько грязи, видите, как отмывается. То есть мало счистить вот эти все пупырышки, надо саму грязь чистить. Ну вот смотрите, чистится хорошо, но стоять очень неудобно, надо делать какой-то постамент. Как я и говорил, надо сделать вот такой был постамент. Сейчас я это укладу на крышу, залезу сам, прикручу вот эти вот наконечники к коньку и буду мыть крышу. Смотрите, вот так вот я устроил, уже подключил свой Bosch, ну, Керхер, Bosch. Пройду одну полосу, потом с этой стороны другую, потом перекину и еще две полосы. Ну что, пробуем? Вот смотрите, отлично все моется. А вот это я вчера мыл. Видите, как отличается? Вот это белое справа. И вот там я еще не мыл, просто пошоркал. Вот. Видите, какая чистая, чистый лист. И вот рядом. Он еще мокрый. А постамент вот этот очень удобен, если использовать его на крутых крышах вообще. Ну и не на крутой тоже ноги устают. Смотрите, ребятки, вот это то, что светлее, это я помыл, а вот там край, это еще предстоит мыть, и вот здесь. Так, вот смотрите, крыша очищена, это она еще мокрая, завтра высохнет. Я вам покажу разницу чистой крыши и та, которая была. Ну, казалось бы, вот точно такая же, видите, там вроде, ну, какие-то пупырышки растут, грязи нет. А грязи, смотрите, сколько перехлестывало вот через этот желобок. И теперь мне вот это все надо убрать.
помыл более-менее. До чиста не буду умывать, потому что тут еще предстоит вот эта обшивка. Вот, а крыша сохнет. Я думаю, завтра она будет очень отлично смотреться. В отличие вот оттуда, от той. Та, это соседская крыша. Результат. Вот эта левая сторона, которую я вымыл, прошло 3 дня уже. Я говорил, на следующий день покажу. Ну, не было времени. Прошло 3 дня. И вот какая она была. Вот с правой стороны. Все отлично. Помылась прекрасно. Все, кто сомневается, мыть или не мыть. Смотрите, шифер как будто новый. Сейчас поближе покажу. Шифер настолько чистый, понимаете, что у меня было желание его перекрыть, а теперь такого желания нету. Может быть, самое большее, что сделать, это покрасить коричневый цвет под цвет вон той кровли. Ну все, всем пока, мойте шифер. Не надо никаких моющих, металлическая щетка и Кершер, автомобильная мойка высокого давления.